говорил мне, задавай какие-то провокационные вопросы. Конечно. Я начала, вот и результат. Ну так это результат самое смешное, ты знаешь, во всей этой истории, ладно, мы ругались. Ладно, мы там действительно какая-то была сложная ситуация. Ну прямо спрашивают, как по поводу свадьбы. Он совершенно спокойно отвечает, не готов. Валера с вами действительно очень созрели. Никита, мы созреваем. Распишись, а потом сыграй свадьбу, когда появятся деньги. Я так сделал. Чего ты так не сделаешь? Ты же хочешь, как я? Ну, приду к этому. Вот и все, Игорь. Не, а почему я должен кому-то доказывать? Я сам решил для себя. Сейчас ты поставила в неловкую ситуацию больше всего Юли. Я прошу быть честным перед самим собой. Мужчина должен быть честным. Мне эта черта очень важна в человеке. Юль, я понимаю. Здесь, понимаешь, не дело, какая история. Он такая немножко странная и немножко паршивая, если честно. Потому что вот он пришел на проект, как бы, да, когда... Вот, ну, ты же не знаешь всего этого. Вот сейчас ходят две бывшие. Катя Колон и Ирина Пикрин. Он на 7 часов про любовь. Смотрел в глаза. Говорил про семью, про детей. Понимаешь, он две недели там, или сколько, или три ухаживал за Катей Колон. Я рассказывал о том, что он сделает ее счастливой, и что у них будет семья и дети. Потом недели не прошло. Он сидел с Ириной Пингвининой на свидании и чесорил ей точно так же. Ну, а что делать, если я человека, это не месяц, там не два, мы начали проходить такой путь с ним, мне вот как? Юль, женщина любая встречается с мужчиной для того, чтобы было будущее, правильно? Да. Ты мне правда искренне хочешь сказать, что в глубине души ты понимаешь, что с ним у тебя будущее будет? Да. Я тебе скажу, чем дело кончится. Он тебе по ушам протрет, ты все это схаваешь, и дальше будешь с ним жить. До того момента, пока он не встретит ту женщину, которая действительно его зацепит, из которой он действительно захочет семью. По-настоящему, не на словах. Юль. Неправда, мне в глубине души, на самом деле, тебя очень жалко. Ну успокойся ты, господи. Иди. Все, успокойся. Все, что?